Добрый день, уважаемые любители футзала. Сегодня мы проведем жеребьевку Кубка Украины сезона 2017-2018 возрастной категории U15. По регламенту проведения турнира мы проведем жеребьевку в несколько этапов. Первый этап в связи с тем, что в розыгрыше Кубка участвуют команды, которые принимают участие в экстралиге. На первом этапе будут разведены между собой по разным подгруппам. Вторым этапом мы разведем команды, которые находятся, проживают и будут участвовать в турнире из одного города. Вот. И третьим этапом оставшиеся команды узнают свое место по группам. Формат соревнований будет следующий. Две подгруппы по 4 команды, одна подгруппа 3 команды. Выходит из подгрупп по две команды и две команды, занявшие третье место. 1/4, полуфинал, финал, игра за третье место. Можем начинать? Итак, команда Темп ЗАЕС Продекси. Первый представитель юношеской экстралиги. Вторая команда. Футзал Днепро, Мисто Днепро. И третья команда, представитель экстралии, Ильичевск, город Черноморск. Итак, у нас есть три шарика с названиями команд, три шарика с названием групп. Итак, первая команда. Футзал Днепро. Футзал Днепро попадает у нас в подгруппу А. Вторая команда. Темп ЗАЕС Продекси. Город Енергодар. Группа Б. И, соответственно, команда Ильичевск, город Черноморск, попадает у нас в группу В. Дальше. Сейчас мы разведем команды, которые находятся в одном городе. Из города Днепропетровск в данном розыгрыше Кубка будет принимать участие три днепропетровские команды. Это футзал Днепр, которая уже провела жеребьевку, и Дюж-7 и Спартак. Сейчас мы эти две команды разведем с третьей. Так как команда футзал Днепро уже в группе А, то команды Дюж-7 и Спартак могут быть участниками группы Б и В. Группа, да? Итак,
Команда «Спартак», город Днепро. Попадает в группу «Б». И, соответственно, «Дюж-7» попадает в группу «В». Следующий этап у нас в связи с тем, что есть у нас две команды из Одесской области, мы разведем и эти команды. Так как команда Ильича Черноморска выступает в группе В, команда может участвовать, стать участником группы А или группы Б. Дюш Окны. Сейчас с помощью жеребьевки мы решим, в какую подгруппу попадает эта команда. Итак, представитель Запорожской области попадает, прошу прощения, Одесской области попадает в группу Б. И оставшиеся участники розыгрыша Кубка Украины будут распределены сейчас согласно жребию по всем оставшимся подгруппам. Итак, у нас осталось 5 клубов, которые пока еще без групповой принадлежности. Первая команда «Дюшор-2», «Мисто Крапивницкий». Подгруппа «Б». Подгруппа «Б». Итак, подгруппа «Б» имеет полный состав участников. НФК «Ураган», «Мисто Івано-Франківськ». Группа «В» тоже у нас имеет полный состав участников, соответственно. ХФК и БЦ «Мисто Ірпінь». Газовик «СМТ Донець». Та Дюж Васильківка попадают в группу А. Итак, окончательный состав групп розыгрыша Кубка Украины с футзала серед категории юнаків U15. Группа А. Футзал Днепро, ХФК и БЦ, Місто Ірпінь, Газовик,
Дюш Васильковка. Група Б. Темп ЗАЕС Продексім. Спартак. Дюш Окни. Здюшор номер 2. Група Б. Група В. Ілічівець. Дюш 7. Ураган. Всем спасибо. До побачення.